Доброго времени суток, коллеги по хоккейному цеху. Сегодня вышли новые карточки. Только мы собрали карточки игроки года, как появилась икона стиля. Второй выпуск. Рассмотрим, что это такое. Первое начнем с магазина. Ой, не туда зашел. Первое начнем с магазина. Посмотрим, что они какие-нибудь халяву нам предлагают. Обычно бывает у них. Ну, как видим, все платно, ничего бесплатного нет. Ну хорошо, переходим. В наборы и смотрим, каких игроков можно сделать. Первое — Кори Прайс, необходимо 7 коллекционных предметов, чтобы получить 86-го Кори Прайса. Тайлер Сегуин, Якоб Чичиран, Эрик Карлсон. Просто набор можно за два, набор Game Day Pack приобрести за 2 коллекционных предмета и просто игрока из этой серии получить за 5 коллекционных предметов. Какие у нас варианты по обмену есть? Сейчас посмотрим. Так, это... Уже можно 6 коллекционных предметов на игрока 88+ поменять. 6 коллекционных предметов. Ну и 5 на 87-го. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что на рынке с этими иконами. Наверное, хороший будет 94 уровень. И где они? Мы уже на рынке их видим, но пока... Пока вот здесь обновление не произошло. Только Team of the Year. Сейчас Power Roll посмотрим. Ну, вышли 17 минут назад. Вот, уже пошли. Эдлер. Посмотрим, что у этих есть. Так, ну, в обычных иконах 200 энергии. Стоит, видите, от 40 тысяч продают, но пока на рынке мало. Сейчас еще поищем. Да, мало пока. Практически никого. Напишите свое мнение по поводу этих карточек, кого бы вы взяли. Голкипера, может быть, Кори Прайса, потому что в прошлом хоккее он, конечно, здорово стоял. Тайлер Сегуин, легенда, Якоб Чичиран. И знаменитый защитник Карсон.
Давайте, жду отзывов, кого собирать и соберем. До 94-го продвинем одного из игроков. Надо просто решить, какого. Спасибо за просмотр всем, ребят. Новые карточки вышли. Вот здесь можно посмотреть, что у нас Мэтьюс до 92-х апгрейдился. Джереми Роник. В прошлом хоккее была хорошая карточка сразу 90-е. Дадонов наш, бывший игрок СКА, 84-й, ныне Вегас Голден Найт играет. Все, ребят, спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока.